Дары Югорской тайги славятся далеко за пределами региона. И во многом это благодаря местным бизнесменам, которые заготавливают грибы и ягоды для реализации. Индивидуальный предприниматель из Покачей Ольга Клищенко не стала останавливаться на традиционных дикоросах. Сейчас она изготавливает несколько десятков наименований и наряду с грибами и ягодами заготавливает шишки, хвойные побеги, ягель. Свою продукцию не раз представляла на различных выставках. В этом году побывала в Москве и китайском Шанхае. Наша фишка – это мох, ягель, где узнаваемый продукт, его хотят, его пробуют, мы очень много везем по нему аннотации, и то есть вот как бы люди охотно общаются, охотно пробуют, дегустируют. Мы очень много везем на дегустацию, и только после того люди уже ждут на следующий раз. Ольга Александровна – постоянный участник окружных конкурсов. Ежегодно она представляет свою продукцию на смотре «Лучший товар Югры». Ее белые грибы уже имеют не одну награду. В этом году готовится показать свой новый товар. И в этом году мы также подали на лисичку. Лисичка маринована, мы ее сделали в этом году и в аджике. В общем, я очень люблю грибы, я люблю с ним возиться, так же вот как и мох я получаю. Получая от него удовольствие, так и вот грибы наши. Конкурс пройдет в столице региона в декабре. На нем все производители округа представят свои лучшие товары.